Добрый день. Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы понимать, в какую именно. Итак, с вами я, Владимир Свержин, и программа «Однажды». На какие только ухищрения не идут прекрасные дамы, чтобы сделать себя еще прекраснее и чтобы продлить свой прекрасный век. Так, скажем, при дворе французского короля Людовика XI придворные дамы питались исключительно одним бульоном. Делали ли они это из убеждения, что чрезмерные жевательные усилия вызывают появление морщин на лице?